Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Кофи, Варпанчо, Хайпер, Алекс Фокс и Клинц. И сегодня мы будем рубиться и сражаться в GTA 5 онлайн. Ха-ха-ха! Здорово, ребята! Хайо, ребятишки! Хайо, чуваки! Ну что ж, друзья, сегодня мы играем, ну, понятное дело, в известный режим, популярный режим под названием РПГ. Против Кирюха! Я уже умер, чё? Я просто пытался собраться наверх, почему? Царь горы, конечно. Да. Ох, ребята, садимся в инсургенты и сейчас покажем, как надо нагадывать. У меня аж чёрный бронированный калашник. Ну все, мы по идее разобрались, как тут все устроено. Конечно, динамика здесь и просто взрывы. Ой-ой-ой, я вижу кого-то. Саня! Блин, вот нет, чтобы просто принять на себя удар, Саня. Ой, нет, все. Саня, я за твоим трупиком. А тупой болот. Нет, все, я сваливаю, я сваливаю. Мне два раза попали, все, не-не-не, надо тачку менять. Опа, надо. Здрасте, Кирюха, здорово. Так, все, меняем тачку, подожди, все, садимся. Знаешь, как это в фильмах сели? Да-да-да. Все, погнали. Да, все. Блин, только да дверь закрой, ты что ты давай, наконец-то. Все, блин, разворачиваемся. Их а там что-то фиг, их там реально очень много. И все, да. Почему все смотрят в мою сторону? Ой, ой. Как по мне попали сейчас? Ой. Нет. Ай, я. Блин, да чё ж такая скорость маленькая? Как тут развернуться-то? Ой, нет, все, я сваливаю, до свидания. Ну тут просто по мне уже два раза попали, и сейчас, скорее всего, будет третий раз. Я не знаю, как тут вообще кого-либо скинуть, если у тебя тачка, она на 4 выстрела, и все стоят и стреляют только в тебя. Это нереально. Мне разгончик надо. Так, надо поменять срочно. Что ты хочешь ему сказать? Вот эта машина странно припаркована, такое ощущение, что на ней уже кто-то... О, вот этого цвета, вот это тачерский цвет, это крутой цвет. Парни, как думаете, какого цвета я взял тачку? Розовый. Конечно. Конечно, розовый! Тут... Это кто сейчас стрельнул? Подожди! Погнали! Ай-яй-яй-яй! Нет, оп, куда оп, ты вышел, дурак? Бам! Я умер! Нет, я, кстати, впервые умер! Нет! Опа! Сережа, здорово! Давай, Сережа тут по кругу бегает! Да нет! Все, Олег, спускайся! Мне, походу, пора сваливать! Ну тут каждый раз, понимаешь, я не могу заехать туда! О, помощь в убийстве дали! Наконец-таки! Справа, да. Вот здесь вот тачки, все. Припарковались, забираем. Банда приехала. Как там Саня говорил, так, садимся в машину. Ключики ставили, зажигали. Ремень присягни, ремень присягни. Завелись. Присягнулись, поехали, дверь закрыли, зеркала настроили. Форточку откроем. О, все, выезжаем. Форсетку достаем. Выезжаем, давай. Форсетка обязательно. Форсетка. Да какого я перелетаю-то? Блин. Ох, это жестко. А, вот где. Ладно, сейчас еще раз постараюсь по второму кругу. Да, это уже какой второй, это уже 10-й круг. Я уже не знаю, сколько раз я залетаю наверх. И каждый раз просто тупо оттуда слетаю, потому что по мне начинают просто фигачить. Ой, знаешь, с одной стороны перелетаешь, другой не долетаешь. Да. Олег внизу, Паш. Не-не-не, там нету Олега внизу. Нет никого внизу. Да, он. Вот как тут развернуться так быстро? Паша. Да. Ой-ой-ой, Олег, последний попадание. Давай! Давай! О! Да, ты видел, отлично! Уходи, Паша! Паша! Я это видел! А я слезу на платформе, вон он. Я самый классный. Олег, одно попадание. Опа, давай! Да нет! Почти! Да как? Чего вы пристали-то к нему? Давай, дави его, дави! Где он? Завешь его. Давай, где он? Стоп, я знаки сделал, Он наверх поднялся! Да блин! Ааа, давай! Надо валить отсюда срочно, он наверху, блин, а как к нему подобраться? Я знаю, как подобраться. Не-не-не-не-не-не, я убью. Все, поздно. Его убили. Блин. Его убили. Ладно, я уже хотел подняться, так сказать, взять рук в свое дело. Ниндзя. Че, пацаны, давайте расстреляем. Давай. Так, я беру РПГ. Так, надо сразу куда-то спрятаться, надо подальше куда-то залезть, потому что я не хочу повторять предыдущие ошибки. Я не хочу, чтобы этот раунд закончился так же, как и предыдущий, поэтому все. О, первый пошел. Давай. Пошел. Почти попал. Они все тут.
Отстаньте, промахнулся так. Это сейчас было прям вообще тютельку в тютельку. Так, парни, где все? Надо быстро взорвать. Это ты меня скотина такая. В смысле? Я не попал, по тебе даже капель. Стоп, ты же в нашей команде должен быть. Я с тобой в команде. Ну, так а чё? Я про Саню говорю. Попал! Есть попадание, есть попадание. Воу, 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 давай, взрывай, 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 взрывай. Отлично! Минус один. Так, сейчас должен быть минус второй. Стреляй, стреляй по чуваку. Папаша, стреляй! Паша, жёлтенький! Отстаньте! Еще сверху летит один, парни! Живем! Еще, еще снизу один, снизу, 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 снизу один! Твикс, твикс, твикс едет! Давай ловим! Блин, почти, почти, почти! Ну мы держимся, мы держимся! Мы выиграем этот раунд! Мы сделаем это! Пашу, смотри в Пашу! Давай, 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 где он? Аниме! Ой! Аниме! Паша перелетел! Руки базуки! Отлично! Рука базука! Не, ну руки базуки, конечно, это такие пушки, пацаны, вы чего? Смотри, Паш, тебя четко, четко. Нет, нет, нет. Так, да, пишет. Смотри, хоп, попал. Опа, Саня! Ай, так, ладно, промахнулся. Да, летит, попал! Это Санька. В полете, блин, не промахнулся случайно, ладно. Во-в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 о! Ой, он должен был прям на меня. Парни, парни! Ой, прикрывайте, прикрытие, пожалуйста. Давай, 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 давай. Ой, я кого-то разбил. Убиваем его. Изи. Так, минус один еще. Замечательно. А, это Твикс. Твикс, Саня летит. Меня сейчас задавит, пацаны. Кирюха. Кирюха, спасаем. Где ты, где ты? Стреляй, стреляй, стреляй. Давай, Кирюха, спасай, давай. Какие крики. Я вас сейчас буду уничтожать просто. Хайпер, хайпер, настрой осталось. Настрой осталось. Кирюха, я не вижу, где ты. Кирюха, я не вижу тебя. Я бегу наверх. Вот он я. О, давай, давай, красава, красава. Вот еще и едет кто-то. О, отпустим. Попал на Твикс. О, пацаны. Все, ну. Спасибо, теплый. Нет. Так, Олег, Олег, перевернутая машина. Саня, надо убивать. Саня, убивай. Саня, убивай. Ну, отлично. Вот Саня я прям обожаю. Убивать вот так вот, постоянно взрывать. Паша на розовой. Так, ну что, ребят, нас осталось трое. Нас осталось трое, их осталось двое. Мы пока что тащим и выигрываем этот раунд. Их трое вас. А, их тоже трое? Не долетит. Давай, 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 давай. Красава, парни, красава, их тоже трое. Справа, справа, справа. По следующему стреляй. Нифига ты вот траекторию сбил. Еще один. А стоп, а где еще один? А где он? Он вон перелетел. А что, перелетел? Я что-то даже... Он отвлек вас. Жарко, жарко. Я что-то даже не видел, чтобы он взлетал. Я тоже не видел, чтобы он взлетал. Это как так очень? Ну ладно, нормально, хорошо. Не, ну самое главное, что мы, как бы, наша команда, мы выживаем, парни, понимаете? Да, выживаете, да? Что там, они даже ни разу не попали по нам, не давили ни разу. Вижу, розовый летит. Паша! Да. Ай, промахнулся. Ай, на меня летит. Попал. Давай, взрывай, 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 взрывай. Еще один летит. Не попал. Я думаю, вы уже это умерли. Не-не-не-не. Чего пристали? Эти броневики, они какие-то прям чересчур резкие. Я просто начинаю целиться сначала в одно место, а он уже в другом. Угу. Болотов. Где он? Где он? Вот летит еще! Он человек паук! О-о-о-о-о-о, парни, спасаем! Аниме! Давай! Взрывай! Ты сколько? Вообще, я уже... Сколько раз я попал по Паше? Я умер, вопрос! В смысле? Я упал, ты тут с этажа маленького. Паша, пизда! Паша! Все, я убил. А как это понимать? Можно узнать, пожалуйста? Я его убил. А что понимать? Я по тебе раз 5 попал, 6. Ну мы все точнее. Я тоже, ну да, да, общий. То есть там общее количество попаданий было реально большое. Главное, что он умер. Ну, самое главное, да. Так, смотри, Серега где-то снизу. Пацаны? Еще Серега где-то снизу здесь бросил. Хайпер, мы отомстим за тебя. Хайпер, мы выживем. 2 на 2. Ой-ой-ой-ой-ой. Такие, ой. Мне кажется, это... Это слишком рандом. А куда? Подожди. Там чувак... Один там, другой там. А, не меняй тачки, ну готовится. Да. Давай, Кирюх, мы тоже подготовимся. Пока что снаряды, да, подбираем. Снаряды взяли, все. Ну что, я готов. Косточки разминули, мой... так скажем, да, и все, мой я готов. Так, руки базуки приготовили. Давай, на 12 часов. Ты в атаку! Только в смысле... Косой. Нет. Во, вот так вот. Нет, просто Кирюха, тебя. Кирюха. Бегу, бегу, Кирюха. Бегу, Олег, бегу. Бегу себе. Стреляем. 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 Нет, 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 нет. Тихо, тихо, тихо. Кирюха, тихо, я тихо. Бегу. Кирюха, бегу, 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 бегу. Бегу. Сейчас еще один быстрый. Он уехал. Он уехал, уехал. Так, что? Хода, хода, хода. Что-то я растерялся. Я почти убил его. Давай, давай, давай. Так, 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 так.
Давай, вот туда, вот сейчас за угол, сейчас за угол, сейчас за угол поедет, сейчас за угол поедет, поедет. Давай выше поднимемся, давай выше поднимемся, давай выше поднимемся, давай, давай, давай. Гол. Ух, что-то я сейчас на самом деле немножко растерялся, когда Серега залетел, конечно, да, не ожидал, что будет все примерно так. Чё, где они? Я не понимаю. Нам надо выстрелы на одного концентрировать, иначе мы не успеем выстрелить. 30 секунд раунд остался. Это, наверное, самый длинный раунд за всю историю раундов. Мы живучие. Таких режимов. Очень, а чё они не едут? Там, смотри, а вот, они хотят вдвоём. Я понял. Смотри, нам надо вот так вот. Я вправо, давай, ты влево. Давай. Давай. Я прыгнул! Серьезно, зачем? Подожди, он минус, Серега. А, ну все, минус. Он думал, что он Бэтмен и думал, сейчас убьет. А второй хотел, он под нами. 3 секунды, мы выиграли! Кирюха, мы выиграли, давай 5, Кирюха! РПГ против Инсургента! Теперь мы на А, во, все. Я сажусь в машину в цвет какашки. Нормальный цвет, что ты имеешь против этого цвета? Все, ребят, это самый лучший цвет. Будем мстить на предыдущий. Раунд. Я продержался, между прочим, в предыдущем раунде аж целых 10 секунд. А, налево. Да. Вау, вот и я сейчас каждого там скину с этих платформ, которые стоят наверху. Кто не понял, суть режима заключается в том, что одна команда, за которую играем мы, она должна скинуть. Тихо, тихо, все, до свидания, я ухожу, не трогайте, не трогайте. Так, ну по мне один раз попали. Вроде бы 4 выстрела, выдерживает как раз таки наша машина. Наш бронированный вот этот джип. Вот, поэтому по мне еще 3 попадания, и чувствую, я пойду ко дну. Поэтому, ну я пока тачку менять не буду. Так, сколько осталось наверху там выживших? Подожди, а кто против нас играет? Саня вроде бы. Ооо, сейчас что-то. Нет, так, отлично, где все? Где все? Так, ой, Саня! Нет, нет, я поехал, Все, пока. Саня убил, отлично! Красава, Кирюха! Красава, так, мне надо поменять тачку, а то чувствую еще одно попадание. И это КГВП. Это просто такая вообще умер. Так, все, я меняю. Так, сколько их осталось? Их осталось. А их так-то еще дофига, ребят, так что надо. Надо постараться, чтобы их всех скинуть оттуда. Осталось человек 6, как на пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. По мне попали раз. Я скину тебя, Да, иди сюда. Слушай, ты скинул. Все, нет, пока. Надо сваливать. Срочно, Сваливаем, сваливаем. Уезжай, Нет, я в ловушку попал. Ну ты вообще. Ну что, парни, давайте берем РПГ, пушку-базуку, так сказать, и все. И просто поднимаемся наверх, занимаем пункт. Олег, Че? Куда? А где ты? Давай тут и стоять. Вот здесь, да, вот здесь самая удобная, как мне кажется, позиция. Тогда я тут умер. В смысле? Тут невозможно умереть, как мне... Как по мне, по-моему. А, нет! Просто! Нет! Саня! Я просто... Я говорю, что здесь невозможно умереть, и на меня в этот момент просто приземляется так. Я умираю в этот момент, Олег! А ты умер, Кирюха, что? Да! А ты стоял рядом, да, с нами? Да! Во, так нас одна и та же тачка, походу, задела. Пацаны. Нет, я не умер. Так, а где? О, летит! Попал, Срывай! Я не успеваю вообще слететь, не за... Вот сюда? Нет, надо было чуть выше поднимать, давай. Опа, Саня, попал. Ну, давай. Сваливаем. Нет, не сваливай, стреляй. А, красава! Так, сколько нас осталось? Мы так-то сейчас в меньшинстве, нам надо побороться за победу. Так сказать, жестко попотеть, поэтому... живем. Пока, хорошо. Так, самое главное, чтобы никто из них просто не залетал на верхнюю платформу. Если никто не будет залетать, то мы будем... Я за ним вообще могу на месте стоять. Нет, я остался. Тихо. Бусты еще читерские стоят у меня. Уходи. Давай. Нет. Дай, блин, он слишком близко был ко мне, ну It's all close. Ну чё, пацаны, сейчас я вас буду. Это нормально, то что я просто в чуваке стоял сейчас, как бы. Это норма для GTA, ребят. Это норма для тебя. Так, ну все, мы сейчас вам вообще ни разу, ни шанса вообще никакого выиграть не дадим. Мы сейчас раз собрались, готовы воевать и все будет круто.
Так, так. Ой-ой-ой, один летят, ой, Саня, зря залетел сюда, ой, Саня. Тут столько, тут настолько все динамично, что я просто не успеваю за всем уследить. Это нормально, то, что сейчас на меня чувак просто приземлился. Хайпер, я спасу тебя. Давай. Тихо. Отлично. Так, Хайпер. Хайпер, ты выжил, брат? Хайпер, да, ты выжил? Так, красава! Зря ты выжил. Не-не-не-не-не-не-не-не. Опа, у меня чувак, ты вообще осталось. Ну что за неваляшка такая-то, не понимаю! Просто я стреляю, я начинаю прицеливаться на чувака, уже все начинаю стрелять, а он неваляшка просто начинает как-то выкручиваться и все. Там под нами их много. Так, все, под нами очень много. Да, мы живы. Лун, настолько осталось уже. Парни, у нас всего лишь, что наша команда из четверых теперь состоит, вы понимаете? Смотрите, Саня, вы все умрете. Саня, Хайпер сзади! Хайпер сзади! Хайпер! Пошел нахуй! Нормально, это наш последний слово перед смертью. Знаешь, такого? Да-да-да-да-да. Ой, ой, у нас гости! Гости! Меня задавили! А я вышел! Он что такой маленькой скорости ехал? В смысле? Посмотрите, на чем стоит. Мне нравится то, что у нас. Посмотрите на чувака у нас, который последний остался. Мне нравится, где он стоит, какой план он выбрал. Ну, кстати, нормально, так сказать. Он. Хороший план у него. С деньги до счета. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя серия Пук. Это опять онлайн, вот в таком просто жестком, каком-то эпичном режиме подошла к концу. Надеюсь, вам понравилось, вы поставили лайки, подписались на все наш канал. На своем были сегодня, как всегда, Кофе, Варпач, Алекс Фокс, Клэйнс и Хайпер. Всем до скорых встреч. Я лучше вас кое-чик самый. Пока, друзья. F9, подписывайтесь на все каналы. Между прочим, всем пока. Вообще, пока, всем еще раз люблю вас. До свидания.